Привет, друзья! С вами Дмитрий, и сегодня я хотел бы поговорить об аддонах. Как вы все видите, я опять вернулся, начал снимать видео по игре. Еще очень много на самом деле работы. Дело в том, что перед Новым годом удалось купить новый ноутбук, который мне позволяет делать данные видео. Итак, давайте сегодня поговорим об аддонах. Я хочу показать вам несколько аддонов, которые облегчают процесс игры и делают его, на мой взгляд, гораздо интереснее и информативнее. Итак, я зашел на сайт курс.com. Это сайт, где постоянно выкладывают обновленные аддоны, и отсюда очень удобно их скачивать. Можно скачать либо клиент, курс-клиент, и постоянно обновлять свои аддоны для World of Warcraft, либо просто заходить на сайт, находить нужный аддон и скачивать. Итак, давайте начнем по порядку. С чего мы начнем? Так, давайте вот, в первую очередь, как вы все знаете, игра World of Warcraft с очень такой развитой экономикой. И чтобы очень хорошо торговать, зарабатывать голд, ну или самим продавать, обязательно нужен аддон. Аукционатор, он очень сильно облегчает процесс сканирования аукциона, и просто можно корректировать какие-то ставки за тот или иной товар, который вы хотите продать. В общем, советую. Аддон называется Аукционатор, как вы все видите. Давайте перейдем дальше. Итак, Battleground Target. Это для тех, кто любит PvP, особенно BG, Battlegrounds, или по-русски сказать, поля боя. То есть аддон позволяет при попадании на поле боя сразу видеть противника. Вот тут показано, вот будет отображаться вот такое окошко. И при выделении противника, нажатии на какой-то фрейм, вы будете видеть, сколько у них там, ну вот, во-первых, хилов, сколько танков и ддшеров. И сразу можно выделять противника по этому аддону. В игре сейчас я все покажу. Рекаунт. Ну, все вы знаете рекаунт, или как его еще называют, пескометр. Не знаю, неправильно его так называют, потому что он позволяет вам очень эффективно играть и в какой-то мере соревноваться с другими игроками. Даже если у вас какой-то статический рейд, вы идете, бывает скучно, но рекаунт позволяет видеть ваш нанесенный урон, или отхил, или еще там что-то. Можно кучу параметров выводить, и вы уже можете, соответственно, из полученных данных видеть свою эффективность и корректировать какие-то характеристики у персонажа. Пойдем дальше. Deadly Boss Mod. Это очень тоже интересный аддон, показывает способности боссов в подземельях, очень удобный, показывает тайм-ауты все, то есть через сколько что босс конкретно скастует. Также он работает на батлграундах, то есть показывает захват флага, ну и еще много интересной информации. Дальше. Я устанавливаю аддон PvP Sound. Лично это можно его и не устанавливать. Есть еще аддон Gladius Lost SA, который тоже изменяет звук. Он произносит звуки способностей персонажа. Обычно это контролирующие звуки, сейвы, там всевозможные борсты. Иногда его интересно использовать, но я в основном на батлграундах играю, поэтому когда ты слышишь полностью все способности всех персонажей на поле боя, то просто ваши динамики будут разрываться, и непонятно, кто там что сделал. На арене, да, удобно. Но на батлграундах вот PvP Sound интересный. Он здесь использует звуки там из такой интересной игры, как Quake, даже из контры, по-моему, что-то. Ну, поставьте, в принципе, так, это ради фановая такая штука. Дальше посмотрим. X-Perl. Ну, X-Perl — это обычные фреймы, то есть кто-то может их и не ставить. Мне просто, я вот привык изначально, когда начал играть, я пользовался X-Perl. Поэтому я его ставлю. В принципе, очень удобно, очень информативно, то есть полностью под вашей иконкой отображаются все бафы. Есть еще другие аддоны с юнитфреймами, но я вот пользуюсь лично X-Perl. Дальше, аддон Парус.
Очень интересный аддон. Многие используют другие аддоны, но мне вот он очень нравится. Расскажу почему. Этот аддон тоже, он позволяет выводить на экран все входящие и исходящие события, происходящие с вашим персонажем. Я лично его использую для того, чтобы он мне выводил на экран нанесенный урон моим персонажам, а также питомцам, если я играю за персонажа, который играет с питомцем. То есть я изначально вижу не просто цифры, какие-то возникающие из ниоткуда, а я вижу конкретно, что я таким-то выстрелом или способностью нанес столько-то урона, также мой помощник нанес столько-то урона. Ну, то есть я покажу это все в реальном времени, там такая полоса прокрутки будет идти. Постал тоже очень интересный аддон, очень облегчает и ускоряет процесс игры. Он связан с почтой, тут видно, в принципе, на рисунке. Если вы часто торгуете на аукционе и выставляете, допустим, очень большими, как сказать, не стаками, а лотами, допустим, 200 каких-нибудь кристаллов, вы выставляете с помощью как раз вот аддона аукционатора по одному, то есть человеку, он, то есть, может купить не сразу 200 кристаллов, а, к примеру, там один купил 3, третий 3 и так далее. То есть, если, допустим, половина не купилась, то, так как пример говорю, то вам, представляете, все 100 кристаллов, допустим, валятся на эту почту, или там вы символами торгуете, и вы каждый товар будете тыкать мышкой, чтобы он упал. Аддон Postal позволяет одной кнопкой собрать полностью всю почту. Вот и все. Дальше идем. Аддон Omni SS. Очень удобный аддон. Он на самих иконках, как вот здесь видно, отображает кулдауны способности. То есть именно в цифровом виде. В принципе, и так Blizzard сделали, что при использовании способности она затемняется. Но иногда, когда очень игра идет динамично, ты не успеваешь разглядеть, там, если там все мерцает и так, то аддон вот он в цифрах конкретно на каждой способности отображает, сколько осталось до ее восстановления. Ну, собственно, все основные аддоны, которые используют. Есть еще, допустим, если вы на арене играете, обязательно нужно пользоваться Гладиусом. То есть, если вы еще там что-то делаете, то, в общем, что могу сказать? Каждый игрок настраивает интерфейс под себя, и дальше вы сами можете выбирать, что вам интересно. Здесь же я просто показал аддоны, которые вам точно облегчат жизнь и игру сделают более интересной.